Привет! Сегодня я расскажу вам об этой замечательной монете. Это 2 гривны из серии «Флора и фауна». Она введена в обращение 20 июля 2016 года и посвящена исчезающему виду рода башмачок семейства орхидные. Очень красивые цветы. Это самые северные орхидеи. По-украински это растение называется зазулені черевички. Оно так и написано здесь, зазулені черевички справжні, то есть настоящие. На русском языке это башмачок настоящий, или как еще называют, венерин башмачок, адамова голова или кукушкины сапожки. В общем, названий много, и хоть произрастает растение на территории от Британских островов до Тихого океана, но тем не менее оно занесено Красную книгу. Монета отчеканена из нейзильбера. Все время я говорю нейзильбер, оказывается, правильно говорить нейзильбер. Итак, параметры. Монета. Диаметр 31 мм. Масса 12,8 грамма. Тираж монеты составляет 30 тысяч штук. Качество печати специальный анциркулейтинг. На аверсе монеты размещен стилизованный венок из орнаментов флоры и фауны. Вверху малый герб Украины, в центре надпись Украины и номинал 2 гривны. Ниже 2016 год и логотип банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины. Ориентация аверса к реверсу медальная, гурт рифленый. На реверсе монеты находится цветное изображение растения. При печати использовался метод тампо-печати. Вверху полукругом надпись, название «Зазулені черевички справжні» на украинском языке и внизу латынью. То же самое. Очень красивая монета. На нумизматическом рынке эта монета сейчас стоит чуть больше $4 США. Если вам понравился обзор монеты, поддержите лайками. Подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был канал MyHobby. Всем удачи!